Идешь, смотришь, хорошая полигоналка, прям с контрфорсами выделена, очень добротная, с красивым рисунком, хорошо подогнанная, сложная достаточно. Вот даже маленькие вставочки вот подобные есть, или насколько многоугольные блоки. Вот, например, вот этот вот блок, посмотрите, какой он. И он в отдельности, и они все в частности. Какие причудливые формы, совершенно нелинейные, образуют данные полигоналки, данные блоки полигоналки. Вверху, конечно, оно частью разрушено. Мощный крупный блок, например, в середине установлен. Рядом у нас на платформе находится античная колонна, точнее часть ее, да, каннелюры красиво вырезаны, база какая хорошая, все сбалансировано, как будто она в воде была, как микроорганизмы. Вот тут так высоко, а, ну это нет, это она внутри, это известняк, все-таки это мрамор, это породы, которые у нас, залежи ее были когда-то образованы известняка на дне из вымерших мертвых организмов. Какой интересный блок, хорошие вставки треугольные. Вот какая прекрасная вставка. И ничего такого не... Ух ты, так я такого не встречал, чтобы треугольник находил на треугольник. Как необычно у нас. Так, попробую вот так вот снять. Потому что я сейчас собираю материал для третьего тома полигональной энциклопедии полигональной архитектуры Малой Азии. Даже контрфорсы сделаны качественно, полигонально. А вон, кстати, тот контрфорс еще не показал. Очень интересный стык. Тоже классический такой полигональный. Причем в Хатуше очень много подобного у хеттов. Вот, посмотрите. Хоть и разошелся, но до сих пор продолжает впечатлять. Ну, к чему я? Ну, идешь, ну, вдруг не с того античка, да? Вот колонна. Ну, ладно. Что да как? Так что же это такое? И вы уже, наверное, догадались, видя через проход, что это... Вот здесь еще полигоналка. Сейчас мы обойдем и здесь. Мы просто выйдем и обозрим. Это не реставрированный. Он прекрасно сохранился. Потому что здесь не было засыпа, и он почти не разрушился. Античный театр. Как это не парадоксально? Но да, это античный театр. Но обратите внимание, опять недокопан центр. У нас мозаика в Кибире, великолепнейшая медуза в центре такого театра. А здесь нет, они упорно не копают. Я не понимаю причину, почему у нас откапывается театр, но не копается площадь под ним. То есть такое чувство, что они не хотят найти там, потому что надо очень не хотеть, чтобы найти под... чтобы не откопать, зная, что центр это была всегда шедевральная, красивейшая мозаика. Вот перед нами вход. Тоже такой же мегалитический вход, как и в привычной полигоналке из первого тома. Вы можете посмотреть. Я думаю, что многие из вас, потому что его так быстро раскупили, раскупают, мы уже второй раз заказали. Я думаю, второй тираж. Я думаю, что многие из вас это обозрели. Ну, в моих видео есть всегда. Я не торгую руинами. Все, что я пишу подробно в книгах, это все есть в видео, только немножко в другом виде. Ну, понятно, книга книга, видео видео. Когда-то был проход, потом заложили, но заложили тоже
по полигональному принципу. Ну и здесь очень красивый рисунок полигональной стены. Многообразие, блоки небольшие, но многообразие их форм и расположения, посмотрите, трапециевидность у многих и многоугольность, конечно, это вещи изящные. А вот театр, да, театр под большим вопросом, супер качественный. Его просто откопали, ему вообще ничего не стало. Вот он какой был, такой был. Каким ты был, такой ты и остался, что называется. Абсолютно целый. Они все сделали, они очистили, они представили его. Тут хоть концерты проводи, здесь спокойно, совершенно можно и сегодня играть в концерт. Ходить, как мы шутили раньше с коллегами. Но у нас было просто учреждение культуры, где я работал определенный период, вуз культуры, с музыки конкретно. Занесило меня куда только нелегкое не заносило. И вот этот театр, прекраснейший, сохранившийся театр, не в супер, прям вот супер идеальной обработке, потому что видна определенная грубость, это еще должно было бы полирнуться. Но стыки, хоть и разошлись хорошие фасочки, выделения, в принципе, все очень добротные. И в нем ни с того ни с сего мы опять встречаем театр и полигоналку. Вот в этих краях ликийских мы находим контрафорсы полигональные, полигональные стены. Ну и, ох ты, так она и здесь полигональная. Чуть не прошел, ребят, чуть не прошел. Важно, сильно важно, потому что вот посмотрите, какой прекрасный еще и вид. И вся экспозиция просто чудо. У нас опорный, да, угол, он же стеной идет. И перпендикулярно полигональная кладка оформлена. Оформлена очень красиво, прям тщательно, старательно. И мы начинаем говорить, что это было. Это была имитация, то есть они видели какие-то полигональные мегалиты разрушенные и какие-то формы отдельные добавляли, потому что вот здесь, например, разрушено и уже пересобрано совсем из ерунды, ну и битый камень. А здесь у нас прям полигоналка и связана это с античностью. Либо то есть это декор, либо это некоторый единый цикл. Но сразу говорю, мы смотрели с вами уже немало видео, и это был не единый архитектурный цикл, не единая архитектурная традиция, которая совмещала одно и другое. Нет, это у нас было разное, в разные эпохи, перезаложено и подправлено. Но отдельные элементы, как вероятнее всего стена театра, они как раз, может быть, и использовалось. Вот здесь полигональные мегалиты, но все они, если вы посмотрите на растворе, мазно-перемазан, то есть они вторично использованы. Возможно, третично использованы, но никак не оригинальные. Сами блоки, да, оригинальные была полигоналка, но она разрушена, ее разрушили, потому что вот блок, а к нему ничего нет. Вот блок, а к нему ничего нет. Я имею в виду между ними большое пространство на растворе. Это не полигональные технологии. Канал «Забытые руины». Не забывайте поддержать, приобретя книги серии «Забытые руины» в домашнюю библиотеку. Отзывы прекрасные. Добавляйтесь в наш книжный клуб. Общайтесь, обсуждайте все вместе с нами. Потому что коллективный разум, в который я очень верю, это взаимное, интеллектуальное и даже не то, что интеллектуальное вообще обогащение. Это попытка, удачная весьма часто попытка, потому что через совместное обсуждение мы приходим к здравым мыслям. Не к экзотике, который прям пруд-пруди в альтернативе, и которой хочется сказать, о да, особенно вот тема экзотики стала какая-то заливка. Нет, здесь все иначе, никакой заливки нет. Это природные, вот эти скалы, вот они срезаны, много у нас карьерного такого. Вот это все взято оттуда. Ох ты! А здесь что это? Что это, стадион, что ли? Или что это, заряд? Ага.
И очень интересно. Ага. Как будто бы форма, как полустадион. Несколько рядов. Антички. Прям ряды-ряды. Причем положены на такую ерунду, как будто их уже вторично перезакладывали. А дальше сверху у нас идет полигоналка. То есть задняя стена, она уцелевшая, она почти разрушенная, но частично сохранившаяся, полигональная. Вот она. Ох ты. Ох ты. Стенка. Важный объект. То, что он контрастирует, да? Сильно хорошо видно. Возможно, стена стояла, и она уходит в глубину. А к ней уже, ее уже использовали как такую опорную. Перенести такие вещи очень сложно. Они трудно восстановимы повторно. То есть, если ты уж, наверное, ты же должен разбирать ее сверху, а собирать потом снизу. Сложные вещи. Стадион. Вообще. Красота. Три стадиона и два театра. Да вообще замечательно. А зачем строить что-то? Зачем? Хорошо, когда у народа правители, которые не строят себе дворцов. Хорошо, когда они воюют. То есть такое ощущение, что они реально не воевали, потому что они нет оборонительных сооружений. Сплошная красота и вот этот вот вид там на горы. Да. Только вид, это прям определяющий. Без вида, мы вчера театр смотрели на такой скале, в низине. Я еще говорю, а что тут в низине интересного? Болото какое-то. А когда мы поняли, что он-то у нас наверху, и вид-то, обзор-то не на болото. Ну, это вообще, это прям такой маленький. Я сейчас хожу, я здесь же все-таки да. А в эту античку, вот в эти места можно и 20 раз приходить, конечно, и будешь восхищаться. И все время находить что-то новое. Новое. Взгляд, на что он не упал сразу. Здесь очень интересный момент со штукатуркой. Вот интересно, твои. Угу. Сейчас глоток воды и идем посмотрим, о чем речь. Ой, друзья, виды. И опять, с северной стороны скала нас заслоняет. То есть она заслонила, эта скала, она заслонила холода. Это тоже важное условие. Вид должен быть на юг, а спина прикрыта должна быть у нас отвесной скалой. Причем хорошей, высокой вот такой вот скалой. И она сыграла, кстати, злую шутку. Эта скала в периоды, когда начались страшные землетрясения, блоки отваливались, катились и разрушали вот подобное. Потому что крутой очень угол. Так, вот здесь где-то, да? Ох ты. Вид. Но как сидеть? Вот я сижу, вот я сел. Вот я сел. Все. Соседу некуда ноги-то поставить. Вот только если на самом краешке сидеть. А я уже должен упираться просто вот все. Ты знаешь, они в колени. В шахматном порядке сидели. Тогда у нас минус 50% да. Потери мест. Да. Это слишком круто. То есть гораздо проще выдвинуть на 30 сантиметров подальше. Казалось и все. Бы. Казалось бы. И эти создатели, они кем угодно были, но не дураками. У них расчет был идеальный. И рассчит потерять 50% мест вместо того, чтобы продвинуть на 30%, эти точно никогда бы 20% не потеряли. У нас две полигоналки, одна необработанная выше, вторая ниже обработанная и античка. Такое вообще редко где увидишь, чтобы одновременные такие типы полигональных и неполигональных одновременно. Все заговорился. И одновременно, и не одновременно. И полигоналка, и античные блоки. И пошла штукатурка. С краской. А я говорю, здесь краска есть. Они, штукатурка у нас цветная. Да. Причем, а сверху-то что-то все-таки ее прикрыло. Там вон слоями. Для чего эти ниши? Сразу, да? Да. Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Посмотри, прекрасная кладка, но они на штукатурке рисуют
Имитирует. То, что у нас, например, в Анкаре, в храме, оно выполнено, то есть они уже не могли так обрабатывать, но хотели делать как. Поэтому они делают. И они у нас реально из штукатурки, причем это один слой, а потом уже финишное декорирование, вот цветовое. Вот это все выделение, пилястр вот этих, это уже все мы не можем, называется, сделать уже из камня. Мы просто соберем из маленьких камней. О, хорошая вещь. Хорошая вещь. Мне очень нравится. Ну и скала опять выбрана. Да. Кусок просто скалы весь там вырезали. Да. О, да? Ага. Так. Вот здесь, да? Блоки еще. Тут даже оштукатурено. Так. А где инструмент? Там угол. Смотри. Срез идет. Не вижу. А-а. Нет. Штукатурка. Штукатурка это, угу. Да. А, это штукатурка. Штукатурка. Обмануться легко. Да, обмануться на раз. Вот дальше пошла порода. Здесь а здесь... Другое. Да, да. Вот эти следы, да. Вот они вот прям у нас классические. Да, а там штукатурка. А это угол выделен. Да, да, да. А то есть они прям по скале дополнительно, чтобы уже не собирать. Они вон из-за штукатуры на крупную очень было, массу, да. Она у них разбита, они штукатурят. Материал, кстати, вот он. Раствор. И битый камень только, а потом штукатурка. Никто это все не лил у нас. Очень интересно. Ну, доделано, да, 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 да. Ну и оно какое-то такое вторичное, третичное. Ну интересно. Вид я не могу. Держите меня семеро. Какая красота. Ой. Ну.